член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, депутат Кунаев, от имени Центрального комитета Компартии Казахстана внес предложение, поддержанное партийной группой Верховного Совета, вновь назначить председателем Совета Министров депутата Ашимова и поручить ему представить на рассмотрение Верховного Совета предложение о составе правительства Казахской ССР. Товарищ Кунаев от имени Центрального комитета Компартии Казахстана вносит предложение, поддержанное партийной группой Верховного Совета, избрать председателем Президиума Верховного Совета Республики депутата Ниязбекова.